Варислинки хулипали, пойдешь. Блядь, иди тут лукарт, нахуй. Ну, тут, блядь. Чё? Лукарт, вот видишь, я метку тебе поставил. Одну и вторую. Бери вот так, говорит, этих мобов и отводи в печеньку. Которая с меткой. И шо у тебя за, и шо у тебя за кольцо на блок? Нахуя ты его одел? Лукарт. Думает то, что у него щит есть. По мне так 264-й боешный лучше. Все равно. РДД играет типа меткам, милики играют типа вот этой хуйни, которую я танчу. Чего там разные таргеты бьете? Кром, ты же милик, как бы не РДД вроде, нет? Кром. Я ему еще не писала, он был без заметки. Я его спросила, кто он. Он говорит, кем надо, тем иду. Я говорю, а чаще кем? Он говорит, про товаром. Угу. Такие чудеса бывают. Самые бесполезные танки. Дима хлепал нахуй, Дима Аршам, блять. Опять, сука, искать их, заебали нахуй. Два аршама, сука, или три, сколько их там нахуй в запасе, блядь. В первом ряде кто хлебал был? Хулипалы, говорю. Да, блядь, должен быть этот утер как-то, ну, типа утерхаус какой-то, да. Я бы пошел. И второй еще какой-то был, блядь. Я бы пошел, блядь, в этот ряд, если бы в первый сходил, блядь. Ну, так-то, блядь. Что будет? Так, дальше трэш пошлите чистить. Вот нам. Также запираешь звезду и печеньку. Спасите. Милики без меток бьете, РДД с меткой. Мне нужна помощь. Отведи его куда-нибудь сюда, в печеньку. Скоро ты присоединишься. Звезду еще забери. Блять, залагал. Началось. Давай. Дайте его на пол, не срывайте окно. Давай, беги тут, нехуй бежать. Конечно. Да, вставай, конечно, мы трэш бьем. Вставай и беги. Сел на маунт, побежал дальше трэшить. Ой, Алукард, еще можно попросить выключить вот этот спамадон? Вот эти все озарения, триксы, вот эту херню. Пожалуйста. Сама мне в ПМ хуярит, спасибо за озарение, блядь. Ну это же в ПМ. Ну какой-то анонсер, я не знаю, как он называется. Это наподобие этого Big Brother, или как он там правильно? Одна из его версий. Или это он и есть? Big Brother же негры изобрел. Угу. Ну который это, с арбузной хуйней на голове. То есть ты? Я не негр, блядь. Ну прикинь, был же Майкл Джексон. Хуяк с негра в белого превратился, а я хуяк с белого в негра. Ну да. Последний вообще топчик. Да, прикольно выглядит. Вот сюда плюс подведешь. Пошли, ну, кардет там, блядь. А
Забирай одного, которого без метки, я заберу пробудителя. Все проще. Одного забери, там танч. Нет, нет. Отойдите от песчаника. Забери агрессора, пожалуйста. Алукард. Агрессора забери, без метки. Отойди чуть дальше от пробудителя. Шпас не откинула. И бейте по одному таргету, вот, например, по звездочке, а то вообще нет. Ебать. Он за 100, за 100 метров танчил, вы видели? Чё, Савяна? Блять. Так же забираешь метки. Иди забирай. И вот сюда куда-нибудь поставишь пищу. Чё там? Не справляется с двумя. Ладно, похуй. Одного на себя забрал. Гриб муки. А чё вы станы не соображаете дать в каст взрывной волны или чё? Там ДР, типа, вешается. Вообще роги могут мультики там через чип сбивать эту хуйню. Две роги в рейде есть. Он типа не дарит. Ну, на крайняк фером можно. Или салом. Можно фером, да. Салом не закрывается вроде. Да, не закрывается, странно. Так, короче, когда хуйня эта взлетает, на ком метки в сторону креста, кто без меток в сторону песчинки выносит. А так просто станчится босс. Иди, Алукард, покажи. Сейчас потанчу босса. Короче, сагришь его там, где он и стоит. Просто развернешь его от рейда, чтоб он ебалом в озеро смотрел. Шкаф поставьте, где у нас Эдель потерялся. Срань дамажит. Ну, как-то некрасиво, блядь, к отношению остальных. Пожалели тебя, Тыльчик. Че, рыба была там, не? А, вот. Адель, ты тут вообще? Сейчас я вам позвоню. Ладно, похуй. Насчет Дэвиди по отчету, бля, шелка. 3, 2, 1. Чего ты танчишь? С ханта нету вступления снимать. Ну ладно. Прохиливать. Прохил. Ясно. Ну, рогом яд надо мазать. ГП нахуй. Код вообще нейтрализующий яд, нахуй. Намазан вместо, блядь, бурманищу, как он там называет. Ну, две роги, что у вас яда нету в сумке? Да вон, намазали уже кто-то снял.
Майк, на ком сейчас хуйня повесится в крест, ну, вольнолево. На ком не будет, направо. Только рейндж держите, ни в одной куче не стойте. Налево, на ком метки. Сон же, блядь, на тебе метка, нахуй. Куда я сказал бежать, блядь? Налево, нахуй. Я поплаваю. Загогулиной машет жесткий пацан. Как я тебя назвал? Это Зига? Кстати, прист еще есть. Мы где-то в Пугреде попались. Где ты? Что там одолеть? Пока что, блядь, ну, надо РДД максимально брать, ну, на второй речи. Так, блядь, что там не так? Это, как думаете, третью РС-ку соберем с пугами? На вторую ты не собрали, просто. Сейчас включу. Ну, я не знаю, там пофикси как-нибудь хуйню. О, ретрум, блядь. Ретрум, да, зашел. Повеличит. Решил зайти. Не-не-не, у него это, инет отрубали. Это, Кирилл, как идет по стандарту? Милики в тиме РДС и ту, да? Ну, я распределю. Я так смотрю просто, что первая пати милики, вторая милики. Тыкните. Все хватает. Это, пока чилим, блядь, и баните столик магия, вдруг пригодится. У меня уже достаточно таких предметов. Да. Так, давайте этот кром спикни в танк, третью копию заберешь. Лукард, короче, выйдет вторая копия, поставишь ее 8 на О. То бишь станешь спиной вот эту хуйню, и чтоб она вот так вот на тебя смотрела. Не, пока в холипале будет, там уже посмотрим, пока танков на этом боссе.
Кром, ты заберешь третью, там отведешь либо под дерево, либо... Ну, наверное, под дерево лучше. РДД Рейндж 12 метров между друг другом сразу набрали. Милики на ком кидается эта хуйня. Расходитесь тоже раньше, чтобы не было по 100 стаков босса. На кого кинулся меткой. Все, поехали. Раньше на ком метки пришли. Уж все стакал дохуя. Бейте. Чего вы не хилите, ребят? Дайте БР быстрее. Ребафните ДК. ДК ребафните. Нахуя ты лукард забрал сейчас? Ребаф по ДК дайте. Мася БР не войду. Я задели. Прожмись лукард. Держите ебаный рейндж, по 100, сука, ебаных стаков на этом минике, блядь. Уебки на РДД, нахуй. Я вам сейчас, сука, поминусую, блядь, всем нахуй. Блядь, он слаживает, нахуй. Поверх или лукарда, я вообще не достаю там никуда. Сейчас второй вылезет. Ой, третий точнее. Да, я хилю его пока. Забирай. Третий. Геру дали фул ДПС. О, у него ХП резнулся. Охуенно. Крома прохил. Я выйду, тоже не хилят. Сейчас на каком стаке будут, на каком боссе? Прожимки давайте, танки. Прожимки давайте, если видите, что очень плохо. Вы еще трэш умудрились пулить, который, блядь, нереально спулить. Вы конченые, нахуй, скажите, да, или это, что? Это трэш никогда не пулился, блядь. Пиздец, нахуй. Дэмэдж будет какой-то? Кого убьете, вообще не могу понять. 30 так. 40, 50. Лукар, дай пробудителя, пожалуйста. Так, верьте, такую его слышно. После стаков, блять, ну как он, ладно, похуй. Все, бейте максимально, добивайте, похуй на стаки, на все. Просто дамажьте. Охуенно. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события.
Оставайтесь в танке, он бы. Кром тоже в танке стал. Дайте бафы там какие-нибудь, каски, бестобафы. Заходите внутрь. Все быстрее внутрь зашли. Рыбу поставил, рады достите на максимальный рейндж вот эти печеньки, чтобы вас фером не достало. Сон же ТТМ трепет, главное ставь в центре. А тут вот где-нибудь в кресте. Чтобы он постоянно был. Алукард, забираешь трэш вон с трусов. Кром забираешь с рома. Там будут уходить. Поехали. Хуйня взял, да и выйдется еще. Че он и выйдется? Шконченный нахуй. А, он АФК просто стоит, я понял. Его нельзя отвести нахуй, нельзя подвигать вообще, нихуя нельзя. Либо если только в нем стоит. Интересно. Кто у меня тьму может проводить? Проводить тьму? Это что такое? Ну это чтобы, блядь, стояли в метке нахуй, чтобы подъебало не подошли, и в лезвие не зашли и так далее. На с какой стороны от босса вы стоите? С левой? Да я обычно... Нахуя вы туда побежали нахуй? С этой стороны попляли нахуй. Короче, вот... Слева, слева все. Ага. Давай метку. А, я же не в тьме. Будешь во тьме, значит. Я сейчас дал метку, сам на себя поставил. Идите ко мне за фласочками ДД и РДД. Так. Не, Рислин спик. Этот Кром в ДД, Рислин в ДД спик. Похуй. Аритрон остается... Цвету вместе с Алукардом. Не заходите вообще в портал, который появится в центре. Вот тут вот печеньку тыкнул, прямо дебос тык. Подождите секунду, дайте я распределю, потом будете задавать вопросы. Сейчас я подумаю, потом подождите, не сбивайте. Асла, это акция временная. Так, а короче, да. Короче, да, 3-4 пати, вы потом уйдете в свет, портал, когда масло я там не надо. Первая, вторая пати останетесь во тьме. Масло не надо. Плюс... Бля, бери! Да вы заебали нахуй. Натуре. Потом по хилам остается во тьме, получается, пристены, королева... И ковер.
Мася, уйдешь в свет. Так, короче, теперь по боссу. Смотрите, первая фаза до 75%. Стоим все в одном фрейме, то бишь вон будет на 7 метров ставит. Стоите все в этой метке, в одном фрейме летит метеор. Я говорю, перебежали, значит перебегаем через его брюхо на другую сторону. Там будет разливаться лужа в 4 стороны. С этой лужи в луже не стоим, с лужи сразу отходим, все это ебись делаем. Также параллельно будет кидаться одна метка на одного кого-то рандомного человека. Выносите ее просто с рейда. Куда-нибудь, блять, вот сюда, нахуй, в крест. Сюда, нахуй. К стене, короче. Если есть у вас диспел, сами себя диспелите. Если нет, то, короче, свет будет диспелить. Кого-то ответственного поставить. Там, блядь, Юля, тьму будешь диспелить? Твикс, ты будешь свету диспелить. Ты еще нет. Раз повтори. Ты будешь свету диспелить метку, которая будет выносить к себе. Хорошо. И кидается раз в 30 секунд. Так, это первая фаза. Потом вторая фаза. Он пропадает, короче, уходит во второй мир. Я захожу, ловлю босса, говорю команду, заходим все, кроме Ритрума и Лукарда. Лукард остается тут с Ритрумом. До 50% переводим босса, потом третья-четвертая пати выходит в свет. И продолжение первой фазы, ничего сложного. Только когда я буду говорить, там стопнули чуть ДП, значит стопнем. Либо во тьме, либо свет. Все. Остальное бегайте просто в метки, и все будет хорошо. Светующую метку бы мне не помешало на метеор кому-нибудь пиздячить нахуй. Да там вон скиллованных дохуя. Че, я, короче, в третьей... Короче, ну, смотрите и стойте в одном фрейме. В тьме стоишь, что? Да? Третью фазу. Да. Сейчас я кого-нибудь еще закину. Свет. Вот скример. Свет пойдет. Все, вот так вот. Лукар, теперь к тебе. Иди сюда. Смотри. Метку на себя звездочку поставь. Смотри, босс должен все время смотреть ебалом вот туда возит, как и тот, этот, блядь, дракончик, короче. Ну, я обычно эвейжу босса, и потом после эвейда, ну, ты его, соответственно, вот так вот ловишь. Примерно вот на таком расстоянии ты стоишь, да, в печеньке после эвейда, потом привыкает, и типа, к хэму, ну, так лучше всего, чтобы люди сразу стали по позициям. Типа, в печеньке стоишь... Ну и там плюс-минус, он через 20 секунд появляется, через где-то... Как только он пропадает, 15 секунд таймер поставь, кидаешь лужу под себя. Ну или ЛП-шку сразу спамишь в печеньке, чтобы он вот так вот стал, как ты еще на него смотришь, понял? И просто стоишь, станешь боссом. Если метеор падает, да, и в тебя лужа заходит, ну вот там от лужи идет вот очертание. В обычке похую, типа просто можешь стоять этот... Как его, блядь... Можешь просто стоять, ну и похуй на эту лужу. Только смотри под дыхание, там отдавай какую-нибудь прожимку. Там кровь, вампира, там у тебя зеленка есть. Ну что-то по очереди, ключ там и т.д. Понял? Все, красава. Пошли, время. Суманить этого. Кирилл. А еще раз, на этот самый, третья, четвертая... Третья-четвертая пати в свет убегают? Да, на третьей фазе боссов третья-четвертая пати убегают. Вот, спасибо. Я мискликнул, не те эти фаски взял. Отдаю. Возьми. Я не знаю, мне дали. Не, не надо, Лукард, не-не-не. Учись сразу агрить босса и ставить после эвейда. Или тебе на будущее. Я его все равно сейчас выйдет буду, так что выйди за круг. Ну, на черта не круг, вот это выигрывшая земля. Иди к рейду, там потом станешь вообще. Первая, вторая пати остаются во тьме, третья, четвертая
все будет свет. За Гагулина. За Гагулина. Не знаю, почему Сипа не показывает. Показывает. Да, Майсия, ты потом выходишь в свет, Карислин, хилить. За Гагулина, прием. За Гагулина, прием. Зига. Где ты? Пойду квестик пока, видимо, нахуй. Что за квест? Я тоже хочу. На ОДшку. Пояси. Так там надо было нападение квест сделать. Ты сделал? Похуй. Этот квест достаточно. Берешь, халён убиваешь, потом сдаешь. Точно. Нет. Заебись. Он, короче, вообще вылетел, походу. Сейчас зайдет, наверное. Зашел. За Гагулина тут? Да, я тут. Сейчас лагает. Ну скажи, когда у тебя будет более-менее приемлемо. Сейчас 30 сек. Все, я готов. Еще раз арчи на полма. Юля. Бля, сейчас по одному человеку будем долго чувствовать, ждать. Никто больше не отходит, нахуй, никуда заебать. Не-не, я окно закрыл. На по-любому за тортиком, блядь. Нет. Надо же щечки, блядь, восстанавливать. Да-да. Ух, там новой вырезки не было. В одном фрейме стоите, прям. Пока вон в звезде, блядь, стоите. Всего на фрейме. Только отойди сейчас подальше от босса, пизду, нахуй. Ты сейчас не слоит, мясанет, нахуй, кого-нибудь. Ёбнет босса. А прицена в темном или светлый уходит? Сессу, да? Не забыл. Чем слушаете? Все, прямо, вот, прямо вот тут вот везде, все стоите до единого, везде. Чтоб метеор падал именно в звезду. И так все время в одном фрейме стоите, как на ребре. В тьме играешь. Переходите. Войд, блядь, на тебе будет метка, нахуй. Ты... Ну нахуя вы здесь спалили? Вы чё? Долбоёбы, блядь. Сейчас метеор еще хуй пойми куда. Я сука, конченые, нахуй, дебилы, блядь. Уберите нахуй диспел с панели, если вы долбоёб, нахуй. Перебежали на ту сторону, блядь, звезду, нахуй. Быстрее. И стойте в одном фрейме. Еще раз, сука, повторяю. Войд, блядь, тебя это тоже касается, нахуй. Про диспел сам не себя трогайте. Диспелишь. Он сам себя диспелит. Сейчас метеор будет, пан. Готовимся. Все, перебежали на ту сторону. Быстрее, шевелим. Все, блядь, тут лужа, нахуй. С лужи немножко выйдите. С правой стороны вот со звезды. Видите? Так, сейчас буду заходить. Все, можете заходить, восьмой. Встали все, блядь, с печеньку, вот я поставил вам. С той стороны. И стойте там в печеньке. Коби, вынес метку. Коби, вынес метку быстрее. Сейчас буду поворачивать немного. Босс.
аккуратно сейчас лезвие. Блять, мне долбоёб нас. Лезвие забегайте. Лукард, все нормально. Стой потом в печеньке, где я тебе говорил пулять. Там потом босс появится на 50%. Это зайдите, умрите в тьме, не заходите, он забагается, у вас игра. Блин, на секунду бы раньше сказал. Что? Что за хуйня? Я, короче, блядь, во время боя немножко вуду перенес, сука, и у меня, блядь, подвисла нахуй. Ну, типа, вот эта вот картинка, блядь. У кого-нибудь была похожая ситуация, или это, типа... Ну... Да-да-да, бывает, а-а-а. Бывает, бывает такое. Прям игра зависает. Ну, это такая параша, ее лучшее время боя. Да, хилбот тоже самое, если пошевелить. Я его закреплю сразу, блядь, пиздец, нахуй. Кстати, что-то он вообще нихуя не бьет дыханием. Что-то там дыханием залетало вроде 15 или 16 тысяч. Что-то он вообще какой-то слабенький в плане урона. Не знаю, не дамажит. Короче, лезвие вы увидеть успели. Главное, это лезвие не заходить. Стойте там в печеньке все время. Не ту, которую я поставил, это я вам показал с какой стороны, а ту, которую мы в печенька бегаем. Лезвие шота? Рэндж... Да, лезвие шота. Рэндж атаки босса очень большой, поэтому не надо его, блядь, стоять прям впритык в нем. Потому что лезвие будет как раз проходить между боссом. Ну, сквозь его. Так, сейчас вот это ебаное переместить сразу. Вы, блядь, всегда должны стоять так, чтобы босс, блядь, ну, с левой стороны, короче. Не с правой, блядь, а с левой. Чтоб ебало было с левой все время. Плома. Оконфел. Все отлично. Отошли, вышли с клуба все. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Говорю, блять, вышли с круга, отошли нахуй. Дангармастер стоит, похуел нахуй. Рясайте его нахуй. Рыбу хавай быстрее. Как только рыбу поешь, сразу заходи. Где-то печенька примерно твоя. Ебать, у всех две печеньки. Уже пропал. Блять, хуёво. Сейчас, подожди, короче. Лукард, одну хуйню сделаем после дыхания. Сейчас нажмешь таунт, когда скажу. Нажимай. Варан, ну ладно, похуй пойдет, валентайм и неси. Готовимся, сейчас метеор будет падать. Все, перебежали, перебежали на ту сторону быстрее. Все, стоим тут, смотрим, куда огонь идет, и с огня выходим. Направо чуть. Ну не стойте в огне, блядь, вы тупые нахуй или что, блядь? В гере нахуй умерло бы уже 7 человек, блядь, и через огонь не надо прыгать, на. Если остались с той стороны, то, блядь, стоите уже. Все время мы переходим на правую сторону, блядь, под левый хвост будет откидывать. Ну или под левую, в зависимости как, под каким... Короче, вы поняли, блядь. Наверное. Сейчас метеор будет падать, готовимся перемигать. Не-не, успел, перешли на ту сторону быстрее, в лужу не стойте. Нахуй вы сразу зашли, блядь, быша, сука, ебаная нахуй! Ты тупой, зашли все! По команде заходите.
Че лезвие будет? Подъеб... Куда ты выносишь метку, блядь? Напротив, выноси, как тело его, блядь. Ты блинканулся, когда, ну, под ебалом. Там же, ну, дыханием сдует тебя в кентуре. Коби, выходишь в свет, короче, потом. Ребят, не стойте, пожалуйста, близко, блядь. Ну, стойте в печеньке. Почему печенька не ловит дыхание? Вы ловите. В чем проблема, блядь? Скример, скример выбежал быстрее. Не подъебало. Сейчас будем стопать ДПС. Стопнули ДПС, босса никто сейчас не бьет. Босса никто не бьет, стопнули. Сейчас выходите в портал. Второе, это третья, четвертая пати. Третья, четвертая пати вышли, вон портал, прямо сбоку. Не бьем пока. Тьма. Ждем. Сон же вынес. Сон же вынес метку, блядь. Не бейте тьма, алё, нахуй, вообще не бейте босса. Свет, вы там будете бить? Свет, прием, нахуй. Вы босса бьете там, нет? Да, бьем. Феникс, вынеси. Герус, свету дайте, бейте босса больше, пожалуйста. Вы вообще не дамажите. Тьма, бейте. Коби вынеси. Аккуратно, не в лезвие. Диспел его. Там свет умер, блять. От метеора, я так понимаю, сука, вагон. Че, я выйду? Че, я выйду туда? Да, выйди. Тьма, вообще стопнули, не бьем босса. Тьма, вообще не бьем босса. Перебежали. Прислин сам. Бежали лезвие. Дай БР по массе, Мася, даже БР по спейсе. Вставай быстрее. Коверсон. Тьма, бить. Лезвие. Метеор там аккуратно. На танке. Через босса перебеги, ну не сдохни только. Прожмись. Береги через ебаного босса, ну что ты в луже стоишь? Тьма больше бейте. Ну ладно, хуй с ним, хильте его. Пиздец. В печеньку. Сейчас я сам дисплею. Сам дисплею. Лезвие. Сон же сам, вставай. Бей. Ебать, да что ж ты его вращаешь-то, ёбаный в рот, ну? Юля, блядь, пиздец, я... Да. Ты в печеньке стоим? Не крути босса, как попало. Убивайте. Ну, чешку убить. Говно лут. Нормальный лут, блядь. Нет. Ты выебываешься. Хуита. Запы нормальные, боты нормальные. Только боты, походу, некому отдавать. Так, поехали. Ханта у нас нету. Кому-нибудь надо найти мод? А
надо или предлагаю отдать? Или точно надо? На НХ. Да, да. Амин, дай, Саныч. Пояс. На хулипала. Сейчас ей подам, потом можете. Подожди, утро. Почему на хулипала? На Элема, блядь. Не, на холик же тоже заебись, нет? Не, ну да, я ж не спорю. На Элема. Просто так на хулипала. Нет, нет, и на шаман тоже. Я просто с колокольни хулипала сужу. Сон же, блин. А чешка же хуйня получается, да? Смотря на кого. На Африка заебись, я бы взял нах. На Фоста Африка заебись, на Элема заебись. А если карта есть, то знак. Не залагал, не кинул, ребят. Можешь? Так ты где берешь карту и чешку? В чем проблема? Можешь чешку не ролить, я сейчас быстренько перезайду. Или скажите, сколько там кто ролит? 20к ставка стоит. Фу, а, нихуя себе. Там будет 930 у него еще. Три, два, один. Адель ЕП. Какой Адель? Фулл ЕП. Читайте. 20 930. Я не вижу ставки твои. А, фулл ЕП, блядь. Потому что, сука, ставку надо ставить, а не фулл ЕП, блядь, вот это вот писать, ну. Да, все уже сказали, удись. 22, ты дурак у него, блядь, 21 надо было ставить. 21 ставь просто и все. Скорее, хуеть, блядь. Амен. Короче, Адель, наныл, я считаю. Ты мне месяц мозг выносил. Жестоки получил. Ой, блядь, что за хуйня еще раз. Да уж, блядь, Зуламан, РСК. Крайна такая же будет у нас? Не знаю. Чё, грульмагик? Да, грульмагик. Сейчас, секунду. Я вчера ходил. Грульмагик — это ретрик, который. Ты, я понял. Те, кто не ходили. Плевать, да? Да, сейчас, подожди, сейчас подождите, я поищу, да? Не помню, сколько это было, раз, сколько 700. На хейме прикурим немного. Все. Все, ну, ребят, вот. Всем спасибо. Особенно некоторые. Там, слышишь? С 30 числа новый сезон сразу будет. Че? Че, говорю, с 30 числа новый сезон сразу стартует. Ребята, у нас это как работает? Типа, если я беру твина, если он нужен рейду, если нам не хватает слота, он также может лутать все как положено. Но с открытием целка хэм я сделаю просто.